Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о том, какие удачные покупки я сегодня сделала. Дело в том, что в нашем городе сегодня было большое открытие от 12 октября 12 часов магазина гипермаркета «Аллея». Ну и естественно, кто может быть знает, может быть уже бывал когда-то на таких открытиях магазинов. Первый день открытия, конечно, было много народа, но зато вот здесь вот в день открытия были супер цены и скидки до 50%. А на некоторые товары, я вам хочу сказать, скидки были просто нереальные. Некоторые товары стоили очень и очень дешево. Можно сказать, коммунистические цены. Ну и вот здесь вот даже вот указано. Вот такую дали брошюрочку. Такой проспект. Вот, пожалуйста, куры были у нас по 89 рублей. Окорочка по 104. Тушенка 59. Так я так выборочно вам показываю. Вот. Что еще тут дешево? Ну, некоторые продукты, конечно, я приобрела. А некоторые продукты вот здесь вот представлены вместе с ценниками. Колготки 39 рублей. Вот, пожалуйста. Конечно, все показать, все, что я купила, это просто нереально. Поэтому я выбрала самые такие товары, которые мне очень понравились. Продукты и бытовые товары, на которые цены очень и очень низкие были. К примеру, вот, например, начнем с продуктов. Вот такая фирма есть, краски лета. Это замороженные смеси. В таких пакетах по 400 грамм. Я хочу сказать, что вот эта фирма, краски лета, она мне очень нравится. Тем, что все продукты здесь, все овощи заморожены. Во-первых, заморожены очень хорошо. Вот, то есть без льда там. И во-вторых, что сами овощи очень вкусные. Вот здесь вот у нас гавайская смесь. Здесь содержится рис, кукуруза, перец сладкий, зеленый горошек, красочная упаковка. Здесь итальянская смесь. Здесь содержится морковь, фасоль, лук, томаты, маслины даже. Цукини, перец сладкий. Здесь вот у нас краски лета, овощи для жарки с шампиньонами. Тоже вот здесь содержится и морковь, и шампиньоны, и горошек, рис. В общем, вот всем рекомендую, кто приобретает свежезамороженные такие овощные смеси. Есть также фруктовые бывают, заморозки такие. Вот именно вот эта фирма «Краски лета». Вы не пожалеете, потому что здесь действительно отборные овощи. Вот американская смесь, к примеру. Здесь содержится мини-кукуруза. Брокколи, лук, перец сладкий, кукуруза. Я хочу сказать, что по цене эти пакеты в пределах 50 до 60 рублей. Я считаю, что это недорого для таких смесей. Следующие продукты, которые я приобрела сегодня, это вот перечная мята. Называется почему-то «Холодок». Вот эта упаковочка на 30 рублей. И руккола деликатесная. Тоже на 34 рубля. Я не скажу, что эти товары дешевые, потому что килограмм в среднем 900 рублей зелени этой стоит. Но зато смотрите, какие они свежие. А мята... Такой запах идет от этого пакета, что даже передать невозможно.
горошек. Банку горошка я сегодня приобрела. Фирма «Наш лидер» производит, город Белгород. Еще не пробовала, но по цене этот горошек, цена его составляет 24 рубля. Я думаю, что это очень дешево. Также я хочу показать, что вот такую сметану мы сегодня приобрели. 10% жирности, 180 грамм. Хочу отметить, что все продукты очень свежие. По смешной цене, кстати, эта сметана 19 рублей всего стоит. Ну, где вы можете купить сметану за 19 рублей в наше время? Вот видите, срок, вернее, не срок, а дата изготовления 12 октября 2013 года. То есть сметана наисвежайшая. То есть цена смешная. 19 рублей. Еще один продукт по смешной, так сказать, цене. Это сладко-сливочное крестьянское масло. Называется фермерское, с утренней дойки. Высший сорт. И стоит такая пачка 38 рублей. Здесь 180 грамм. Я считаю, что это очень дешево. Масло очень вкусное и свежее. Ну что ж, с продуктами я закончила. Это малая часть из продуктов, которые я купила, я вам их показала. Сейчас я хочу показать некоторые товары, также по смешным ценам, которые сегодня продавались в нашем гипермаркете. Естественно, такие цены бывают, я еще раз хочу сказать, только в день открытия таких больших магазинов. Вот. И естественно, завтра уже цены будут другие. Это средство для мытья посуды «Миф» с натуральными экстрактами, с глицерином. Как видите, здесь одно, купи одно, второе получишь в подарок. Так вот, вот это средство за два флакона я заплатила, не поверите, 29 рублей. Также хочу показать вам вот этот стиральный порошок «Миф». Точно так же, купи один, второй получишь в подарок. За два 2-килограммовых пакета, то есть здесь 4 килограмма, я заплатила 159 рублей. Вот такая баночка 0,3 литра для продуктов, контейнер. 20 рублей стоит. Ватные диски Эдель. Здесь их 80 штук. За 80 штук ватных дисков я отдала 22 рубля. Также вот влажные салфетки Эдель для снятия макияжа. Здесь их 20 штук. Они стоят 12 рублей. Повторяю, цена только сегодня такая была. Завтра цены будут другие, я уверена. Потому что нереально купить такие салфетки 20 штук за 12 рублей в обычный день. Только в день открытия гипермаркета. Ну вот еще меня очень порадовала такая цена. Паста Colgate, лечебные травы. И паста Colgate прополис, отбеливающая. Паста, тюбики довольно большие, 100 мл. Такая паста сегодня стоила у нас 19 рублей. Также я хочу показать зубные щетки, которые мы сегодня купили. Щетки, цена этой щетки рубль. Вы не поверите. Вот одна вот такая щетка зубная стоит 1 рубль. То есть здесь у меня щеток на 4 аж рубля. Я вам хочу сказать. Вот как выгодно
ходить на открытие больших гипермаркетов. Цена вас будет удивлять в первый день, конечно, только. Еще я хочу сказать, что, конечно, в день открытия нашего гипермаркета «Аллея» было очень много акций, дегустаций. Вот нам дали вот такие семки-емки, семечки жареные. То есть это тоже бесплатно. Здесь даже написано «Попробуй бесплатно, найди в магазине». Это все бесплатно. Далее для нашей кошки вот фирмы «Феликс» вот такие аппетитные кусочки с говядиной в желе. То есть это тоже по акции. Вот здесь написано даже акция гипермаркет «Аллея». То есть это тоже бесплатно. Ну и, естественно, скидочная карта, копилка. Сеть магазинов «Командор». И вот, пожалуйста. Вот такая карточка. Для того, чтобы всегда иметь скидку в магазине «Аллея». Хочу сказать, что это только часть того, что я приобрела. Естественно, все показать это просто невозможно, нереально. Продуктов много, продукты очень дешевые. То есть это и продукты, и бытовая техника, и ну все там дешево, просто, я не знаю, ну, каждый продукт он стоил очень дешево. Вот поэтому вот то, что купила, то и показала. Всего доброго!